Чего? Цветки. Цветки. Сейчас еду со своей сестрой, у которой шикарный красный бант. Все едем вместе в Канны. Селфи не получается, а видео вроде как ничего, да? В движении нормально. Ты мороженое хочешь? Ага. Как тебе цвет моих шортов? Хорошие. Нормально, да? Мне нравятся яркие шорты, не люблю синенькие, серенькие. Приходишь во Францию в Макдональдс, и уже другой кофе, совершенно другой выбор. 10 выборов кофе, какое-то непонятное мороженое, совсем по-другому. Хотя вроде бы приехали 40 минут от итальянской границы. Сейчас моем тачку и едем в Каны. Это же сестра. Типа, вот, давай покажем мир людям. Это все здорово, но не нравится мне очень быть этим таким прямо туристом. Поэтому что сниму, то сниму. Ну, хоть какое-то путешествие в Канны, хоть посмотрите, что такое Канны, как их едят, кому интересно. Американо во Франции меньше, чем американо в Италии по размерам. Сзади как Африка, прям настоящая. Хоть сестры нету дома French Press, который я всегда пью. Есть только Nespresso. У меня после двух чашек Nespresso сердце начинает колотиться по-страшному. Блин, приехал хоть кофе нормально. И вот здание, где все проходят Каннский фестиваль. И вот эта красная дорожка, которая лежит здесь постоянно. И вот в этом старом доме проходит все вот это вот просто нереальное событие. Да, наверное, самое большое после Оскара, это, наверное, Каннский фильм-фестиваль. И вот эта красная дорожка, на ней все реально сейчас стоят и фотографируются. И вот этот страшный дом посреди ничего. На самом деле, вот оно все. На самом деле не так все эпично и не так все, как ты думаешь. Вот она, золотая пальмовая ветвь на земле. И не так это все выглядит эпично, как ты думаешь вот у себя в голове, например. Это вот кому было интересно про Каннский фильм-фестиваль. И вот здесь звезды вообще мировые тусят на этой вот красной дорожке. И вот все гостиницы, где весь Голливуд здесь живет. Багли мне сейчас на поезд, который идет по синематуру, как кинематографический тур. Вот вам Шанель, Диор и все такое, как будто все застряло в 70-х, ничего из них не менялось. Меня сейчас спрашивают, типа, вот покажи людям. Поезде сейчас часок и поснимаю, что посмотрю, покажу вам Канны. Еще один поезд. Ну вот удивительно то, что что же такое я тоже видел, тоже как Ласкала в Милане. То есть думаешь, Ласкала это реально самый лучший театр на планете, на вид совершенно ничего эпичного. Вот то же самое в Каннском фильм-фестивале. Thank you.
насколько я не люблю туристические поездки на этих, на автобусах, на поездах. Но на самом деле достаточно классно так проехать иногда. Блин, думаешь, что фу, как турист, не хочется. Я никогда ничего не делаю туристическое, но, блин, на самом деле сядешь в этот поезд, и, блин, так благодарен, что она меня затолкала, потому что одно дело приехать в Канны и пивас бухать там на побережье, совсем другое дело приехать вот сюда, где наверху никогда, по идее, это и не было в жизни. И так это все выглядит, ребят, очень-очень красиво. Только посмотрите, какая красота, правда? Сегодня, блин, у меня реально рожа на все это. Завтра вечером уезжаю обратно в Милан. Хорошо съездил, знаете, хорошо отдохнул. С сестрой поговорили, здорово вообще. Умел бы я влоги снимать, блин. Черти что получается. Ну, это, знаете, хорошо, как видеодневник такой, знаете. Жалко, что я раньше не начал снимать влоги. У меня всегда одна, блин, головная боль. Почему, блин, я раньше не начал влоги снимать? В стольких местах был интересный. Боже мой, сейчас бы такой, знаете, был дневник на память, где посмотреть можно, что я, где я был. Ну, лучше поздно, чем никогда. Шел, думал, сейчас врублю камеру, поговорю по душам. Такая жара, что просто вот сестра говорит, мозги плавятся. Она говорит, хочешь, я сейчас контрольный сделаю? Посажу на карусельки. Нет, на карусельки я точно не сяду. Но жара просто невыносимая. И идем, и люди, смотри, сколько людей кушает еду. Вот просто едят тарелками здоровыми. Мы идем, и просто реально немножко это как ее. Ох, отрыв берет, потому что в такую жару ты думаешь, ты съешь кусок яблока и ты разорвешься. Прошли мимо магазина Шанель. И знаете их тема, да? По самое эту вверх, назовем так, стоят манекены в шерстяных чулках. И ты думаешь, окей, ты смотришь на это, ты думаешь, окей, я сейчас просто ляпнусь и потеряю сознание. Потому что смотреть на шерстяные чулки в такую жару, на солнце, ты просто думаешь, окей, мне сейчас будет плохо. Точно прохладно. Шерри. Как называется эта игра? Питанг. Это Армани или Брионе из Южного. Садишься, знаешь, как говорится, ночь, ножки в песок, каблуков, без всего, и наслаждаешься салютом. Вот зашли в бар, выходишь и говоришь, боже мой, мир настолько же мой, жизнь настолько более яркая и красивая после двух стаканов пива. Ну, как оно есть, так оно есть. Сегодня 14 июля, что ли. Это национальный день здесь, во Франции, и будет салют. Ну, мы здесь так, а сейчас выпили, поели, скоро домой поедем. Старые квартиры и прочее, да, очень здорово, на самом деле, в Каннах очень красиво. Да, нормально, нормально. Квартиры, да? Это хорошо после пива, знаешь. Знаешь, заново родился. Это такой факт, если честно. Мне посрать. Да, а знаешь, внушают мне. Вы выбираете, что? Магнет, картон и мастер-стик.
Что ты говорила? Я говорила, что это как мой второй дом в плане, вот где перекусить, поесть. Это где? Вот. Это вот Мариотт, гостиница. Да. Обожаю. Вот пока летел видео для... Влога, вы здесь сидели сейчас, да? Мы сидели, да, мы ждали. И вот сейчас вот я думаю здесь и присесть, потому что это чувак новый, который на улице. Потом уже сидишь, он тащит нас туда, где мы не клиенты. Мне не очень так вопросим. Я вообще люблю, знаешь, все только в своем кругу. Ну, естественно. А прицепился на раз, да? Прицепился? Нет, прицепился, ты видишь, что это мой, да? Что начал говорить спасибо, что вы защитили швейцарца, что вы не сделали штраф. Это, конечно, это, ну, знаешь, может быть, нельзя действительно судить людей, может, ну, какой-то нереально супер-пупер. Хороший, замечательный человек, да. В Швейцарии еще жена, он еще был жив, но ему уже было под 80. Ну, да, да. Вот, и... Никогда ты не скажешь, что это такое. Я нет, очень здесь я согласен, очень здесь я с тобой согласен. Они все получат штраф, да? А большой штраф? Ты знаешь, в чем дело? Так как Швейцария, она в Шенгене, но не в Евросоюзе. Я не знаю вообще, надо ли им что-то платить, по большому счету. Это как, знаешь, получается, приезжали, когда в Норвегии приезжают эти польские машины, они несутся через авто, этот, который автопас, да? В Норвегии без, он без как его, без шлагбаумов. Да. И они получают штрафы, но они ими задницу подсирают, потому что Норвегия не Евросоюз. Ну вот, Швейцария тоже не Евросоюз, но входит в Шенгенскую. Ну да, ну трата полицейской бумаги. Можешь показать, как водители зашли. Да. Да. Ну да. Нет, знаешь, самый красивый отель это вот этот, конечно. Да. Интерконтинентальный, да. Очень хороших таких вот ухоженных женщин в возрасте, да? Ну. С правильным таким ярким мейкапом. Шляпочка беленькая, белое платье. Будет креветка, вон автодел. Это здесь на вечер будет салют перед морем. И уже у всех приготовлены тарелки. Рестораны работают. Спрашиваю, есть ли что-нибудь, что производится непосредственно в самом Монако. И мне вот сидим прямо напротив, и написано APM Monaco. It's ювелирные украшения. На самом деле не очень дорогие, это мадагаскарская компания, и прямо производится там. Вот это было удивительно, потому что само Монако такое маленькое, а посмотрите, даже есть какое-то производство. На самом деле очень здорово. Is it Monaco? No, Biotherma Strange. Ты думаешь? В Монако? На этом территории есть завод Биотерм. Brewery de Monaco, this beer, Monaco beer, this is from France, right? This is a brewery in Monaco. And this is actually brewed in Monaco. Just inside of the brewery you have those big, maybe you don't see that, but you have to put this thing. So it's actually made in Monaco. Yes. Пиво тоже производится прямо в Монако, хотя территория сама... Even have Monaco wine, but it's produced in France. In France. Yes, but Monaco. But that territory where the wineries are... Owned by the Grimaldi family. Ой, окей. То принц владеет территорией во Франции, производит монакское вино, но производится оно все равно на территории Франции. Ну, такой вот интересный факт. Да. Ну вот, ребят, с моей сестрой любимой съездили в Канны. Сходила девчонка в Макс Мара, купила себе платье. Зачем, как тебе в Каннах? Нравится? Этот город, он спокойно очень, да, обожаю. Сегодня играет Бельгия и Франция, да? В воскресенье, да. А, это что играет? Нет, сегодня... Бельгия и Англия. Вторая половина. Вот. Надеюсь, вам понравился такой влог из Канн. Надеюсь, вы получили удовольствие.
Подписывайтесь, пожалуйста, ребята, я всех очень люблю. И для дорогих подписчиков Антона, для моего любимого брата, лично от меня такой посыл. С вином. Ни Антон, ни наша семья не пропагандирует никто алкоголь. Люди, вы взрослые все, да? Вы знаете, как владеть компьютером, как зайти в интернет, подписаться на человека или отписаться, написать хорошие какие-то вещи, написать какие-то гадости. Но, знаете, вот никто же вам это не пропагандирует. Я же вам не заливаю это туда. А вот... Это наша жизнь, мы так живем, это нормально, мы не напиваемся, не валяемся на улице, ни бомжи, ни какие-то, ни что. Я считаю, что это очень сильно некрасиво, прочитав там некоторые комментарии. Я не очень активный пользователь и так далее, но меня просто это задело, что поскольку брат со мной, что начали все там говорить алкоголик или что-то такое. Люди, камон. Расслабьтесь. Расслабьтесь, и как вам не стыдно. А кто хочет, да, что-то там, поесть вместе или капусты, или выпить пиво, или орешков, или солями, или еще что-то, делайте это. Но оскорблять его и говорить, что там он пьет постоянно, да, оскорбляйте меня заодно. Так как если там будет нам меньше обидно, я тебя люблю. Поделимся, да. Все. Вот, а вам хорошего настроения и побольше позитива, товарищи. Все, точно. И меньше всякой ерунды вообще пишите, потому что это правда, это неприятно людям. Спасибо за это, моя любимая. Окей, мы думали, закончили это... Каннскую тему. Ну нет, вот мы сидим и продолжаем. Что не высказала, говори как на духу. Всем. Я шучу, за, я шучу вам. Сейчас. Нет, я уже всем показываю все, что нужно рассказать. Знаешь, я тебя люблю. Говорю сейчас сестре, что, блин, когда прическа как у фермерского сына, то это жопа. И приперлись мы в Каны, думали просто снять влог для Кан. Сестра и муж моей сестры выпили много-много больше, чем мы думали. И остались мы в Каны, снимаем гостиницу на ночь. И проблема в том, что нет ни у кого зарядки на телефон. И, короче, ни душа не принять, ни одежды запасной. И не можем ехать обратно в Прованс. Не можем ехать обратно в Прованс, потому что... Потому что напились в жопу. Сходили с сестрой, искали эти, как ее, зарядки для телефонов, потому что, блин, сейчас мой телефон сидит в этом, в баре и пытается зарядиться. О май гад, влог, думал, закончился, а влог только начинается. И сейчас мы пытаемся найти хороший ресторан в Каннах, чтобы было видно море и чтобы было видно салют. Мы все напились в задницу. Никто не планировал остаться в Каннах, но остаемся в Каннах на ночь. Берем гостиницу, потому что все напились, и никто не может двигаться вперед. И нам сейчас еще что нам нужно. Это очень хороший ресторан с видом на салют, потому что 14 число. Это будет национальный праздник во Франции. Это. Come on, чувак, yeah! Oh my fucking god! Нажрались и приехали в Канны просто, не знаю, что. Приехали в Канны. И остались Каны. Я не знаю, сегодня будут больше блогов снимать или нет, но... Мой гигантский лоб на весь экран, это просто... Пиздец. Кому интересно видеть Каны, блин, 14 числа
день Франции. Я вообще не знаю, как я буду монтировать этот влог и что вообще получится из него. Но все получается, получается. У меня реально очки мои Ray-Ban с диоптриями, и они солнечные. И я один как идиот, или как, знаете, как этот рок-стар, который всегда в очках ходит, блин. Типа очень крутой человек. А на самом деле мои нормальные очки остались в машине. So that's kind of already amazing thing because both streets are already closed. Oh, it's also called after closed. 8 p.m. So no, are you for real? Yeah, look, the people are working. I've never thought of that shit. This is number one. And the guys just go to the beach, how they are partying there. Oh my fucking god, man! Are you for real? This is all closed. Yeah, it's 14th of July. And I'm Swiss celebrating fucking French National Day. What's wrong with me? Все улицы закрыты, ребят. Вся улица закрыта вообще. Сейчас реально ни одна машина не ездит. Пойдем посмотрим на вечеринку, нет? Baby, I wanna lose you. No. No. Welcome to hell. Oh my fucking god. Ты посмотри. Ребят, вы только посмотрите на людей. А сколько сейчас время, зай? 9 часов, 8 часов, да? Вы только посмотрите на этот народ на пляже. Вы только посмотрите. What the fuck is going on, man? И диджей играет прямо, колонки идут вот отсюда, да? Неплохо, да? Ребят, национальный день, и люди ждут. Знаете, что они сидят? Они ждут фейерверка на этой... На небе. Вау. Реально тема. Вы только посмотрите. Ну, блядь, рожа. Вы только посмотрите на этих людей, которые сидят и ждут фейерверка вон там. Вау. Народу просто дохрена. Очень много русских. Очень много... И мне очки у меня забыты в машине, я иду как последний придурок в 8 часов вечера в солнечных очках прямо по улице. Вы только посмотрите, да? Все улицы перекрыты такими бетонными штуками, потому что когда в Ницце или в Каннах, я не помню, в прошлом году мужик убил много людей, будучи на машине. А стали ставить такие бетонные штуки на дорогах, чтобы такого больше не случилось. Но опять же, если после каждого раза такое ставить, то от всего не застрахуешься, по идее, да? Но народу просто дохрена. И по идее, это достаточно страшно быть в публичном месте во Франции, потому что никогда не знаешь, у кого снесет крышу. Ни трусов сменных, ни хрена. Если не любите жару, то вот 8-9 часов это самое время, чтобы выйти и прогуляться, и, блин, насладиться хоть немножко погодой. Если честно, мне посрать, как я сейчас выгляжу и что вообще происходит. Я подумал, почему бы не выкладывать вообще все в моей жизни, да? Но фишка в том, что нет никакой фишки, просто ты пытаешься быть каким-то политкорректным или что-то, но в то же время твоя жизнь идет, да, и ты пытаешься что-то показать людям, что кто смотрит тебя, что и почему не сделать так, как знаете, задолбался анализировать, честно. Ну, это полицейские, я думаю, это полицейские, да, это полицейские, и даже с собаками ходят. Something. I don't see, I'm blind already. So am I actually, fucking hell. Сейчас входим в машину. Я понял такую проблему, когда я стал снимать влог, у меня слишком огромный лоб. Это ужасно.
Началось? Да. Поддержите, пожалуйста, члены семьи. Давайте. И вот это даже можно. I got it. И вот так вот мы знакомим вас, что такое красная дорога. Антон, do you see all the stars on this red carpet? It's just amazing. It's just fantastic. We never saw them in real so close. Look at all of them. Look how many they are. That's just fantastic. We could never approach them so closely during all the year. А вы прямо обещаете по approach? Они говорят, они по-английски, дорогие подписчики Антона. Слушай, I'm helping his cultural work. Come on. Подождите. No, look, that's the couple of the year. Be careful, a few stairs have to go up. А я не могу, потому что я не звезда. А вот расступила и вроде бы звезда. И вроде звезда. Добро пожаловать. В Канны. На красную дорожку. Добро пожаловать, дорогие. Excuse me, the star is here. Can you move out of the carpet? Give me one second. Wait one second. Hey guys. Yeah, but fucked up. Yeah, I know, right? What the fuck? I think I give a shit. Totally, I live only once. So what I give a fuck? Listen, all the amateurs are still on the red carpet. It's amazing. They just don't move out and don't leave the stars to enjoy their celebrity. It's just fucking amazing. Это вся Каннская лестница. Это все, что вот это вот мы вам это показываем на туре. Уходите отсюда уже, скотины. Спасибо моему мужу, который научился говорить по-русски. Guys, I think you're dinner on the street. Yeah. We're not here because of the fireworks. We're here to get pissed and not to drive. That's the main point. Yeah, of course. This is a symbol. Это символ Каннского фестиваля, ребят. Пальмовая ветвь. Если кому интересно. И она здесь везде. It's my crowd. Look at her. She's invaded. Yeah, I know. Jumping on her. Yeah. Taking out the red rubber already. Oh man. Man, evening's just starting. Oh my, I love this scene, man. I fucking love it. And she tells you, let's go to the hotel. Yeah, what the fuck? No. Мне нравится зеленый. Я на зеленый хочу сидеть. Здесь? Отойдите мне место на зеленый. She wanna sit here. You see, everything is just cold. Fucking hell, man. Cool. Just completely cold. Думаешь, здесь сесть, Ксю? А как ты думаешь? Да, давай, конечно, как где хочешь. Иди спрашивай, Ксюша, лучше. Говоришь по-французски. Помнишь, когда мы шли туда, я сказала, что мне зеленые стулья понравились, я хочу посмотреть. Вы пить или только кушать? Я думаю, что может и кушать. И может и покушать. Это минутиер. That was good. I think a bacon cheeseburger, something fat. Oh my god, that was, I was thinking the same, man. Seriously, bacon cheeseburger from me, for exactly. Sure. That's exactly what we need. For me, well done. Sorry, but пришли и... Oh my god, вы знаете, освещение ночных Канн гораздо шикарнее, чем освещение днем. Я не вижу, я в фокусе или нет. Come on, bitch. И это просто шикарно.